Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции и гости. Вас приветствует Олег Вячеславович Еремин, заведующий кафедрой пропедевтики и стоматологических заболеваний. Я очень рад торжественному открытию межкафедральной внутривузовской научно-практической конференции, посвященной 15-летию нашей кафедры. Учитывая реалии нашего времени, мы предлагаем современный формат участия в дистанционном режиме на видеохостинге YouTube. Все научно-исследовательские работы будут предоставлены на YouTube-канале СГМУ «Пропедевтика». Желаю всем удачи!